Вчера к нам пришли новинки, консервы, капитанский запас. Консервы произведены на Дальнем Востоке, конкретно на Сахалине. Нас очень подкупил состав. Сайра, соль, специи. Сейчас мы продегустируем сайру тихоокеанскую натуральную. Перед тем, как продавать продукт вам, мы обязаны его продегустировать. Заодно и покажем. Уже вижу, что очень плотно лежат рыбы, аккуратно. Вот такие кусочки. Все уложены очень ровно. Плотность заполнения хорошая. Смотрите, рыбка плотная, хорошо проварена. Костей нет. Смотрите, она фарширована, избавлена от костей, избавлена от всех внутренностей, потрошенная. Сейчас попробую, скажу. Очень-очень нежный продукт. Действительно подкупает, что он хорошо проварен. Состав очень хороший, и, соответственно, отсутствие костей – это прям большое преимущество. Из нее можно делать и салаты, добавлять мимозу, давать детям. Абсолютно безопасно.